Ксения Собчак накануне выступила с обвинениями в адрес Сергея Шнурова. Телезвезда в личном микроблоге заявила о том, что ее интервью с бывшей женой певца, Матильдой, было удалено из сети из-за жалобы певца. Как сообщает русский офис Google, в первый же день после премьеры «Рим Ред» к ним обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью. «Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали», – пожаловалась Собчак. По словам Ксении, видео «Секс с супругой лидера группировки Ленинград» быстро набирало популярность. При этом в беседе Собчак разведенная Матильда не сделала ни одного скандального признания о браке с артистом. Даже о свадьбе Шнурова, которую он сыграл через пару месяцев после развода, бывшая жена высказалась довольно спокойно. Собчак призналась, что не понимает, почему Шнуров так остро отреагировал на невинное интервью с Матильдой. Но, как выяснилось, блокировка видео в сети произошла вовсе не по вине Сергея. Вот что певец ответил на обвинение Ксении: «Ксения Анатольевна, если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы, чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право. Но это полбеды, если вы не умеете элементарно читать, то, боюсь, здесь ничем не поможешь. Видео ваше заблокировала компания «Виде», так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано».